Добрый день, уважаемые партнеры! Сегодня хочу представить вашему вниманию новую коллекцию от бельгийского бренда Marie-Jo Aventure сезон осень-зима 21. В этом сезоне мы встречаем захватывающую комбинацию невероятных принтов и цветовых решений. Бренд Marie-Jo использует абсолютно новые виды тканей и кружева в своих моделях, а цветовая палитра сезона богата на красно-коричневые оттенки. Первая линия, к которой мы переходим, это линия Gloria. Захватывающий микс изящной флористической швейцарской вышивки и вышивки из бархата, которые отлично дополняют друг друга и очень выразительно выглядят по изделию, по тонкому нерисованному тюлю. Чашка выполнена в коммерчески сильной форме мягкой брана кости с такой вот декорированной эффектной сексуальной бретелью. Размерный ряд у этой чашки до чашки F. Второй вариант у нас это плотная чашка Corbeil с идеальной посадкой, уже знакомая нам, с такой же эффектной бретелью. Игра полутонов, прозрачности, очень эффектное белье. Как варианты низа бренд предлагает лакшери стринги, кюлоты и свитеры. Также линия дополнена эффектным сексуальным бодью. Marie-Jo Aventure Summer. Линия очень стильная, выполнена в таком трендовом стиле рок-шик из невероятно комфортной мягкой ткани с эффектом батика, декорирована провокационными вставками из сетки, а также эффектными черными глянцевыми кристаллами Сваровски. Эта линия представлена в форме мягкого треугольника, также в девятой чашке плотный корбей с перестегивающейся бретелью, что, несомненно, является большим плюсом этой модели. Также представлена еще чашка бра с уплотнением в форме низа, слипы, шорты и стринги. Невероятно стильная и эффектная линия Ричард от Marie-Jo Aventure, которая представлена в новом виде графического кружева, очень выразительным и эффектным, в двух цветовых решениях, в таком глубоком осеннем цвете боссанова, также в эффектном классическом черном оттенке, представлена в форме плотного брана кости, также представлена в форме мягкого брана кости с идеальной посадкой. Эта чашка дублирована изнутри мягким комфортным тюлем, а также такой полупрозрачной стильной широкой резинкой. Также линия дополнена еще плотным корбеем. По форме низа трендовые кюлоты с высокой линией бедра, с пикантным вырезом на спинке. Очень стильная модель. Есть стринги, также есть форма комфортные слипы и форма шорты. В этой линии также представлена невероятно эффектная, супер стильная боди. Белье, которое заставит ощутить себя невероятно женственной и элегантной Marie-Jo Les Dames. Эта линия представлена в глубоком синем оттенке, выполнена из эффектной вышивки с применением дюрексовой нити. Вышивка была разработана специально для Marie-Jo на заказ французской студии. Особенно радует в этой линии обилие форм. У нас представлено 4 формы верха. Это ретро-брана кости, также провокационный и чувственный вестерн корбей с такими вот эффектными элементами декора на бретели. Помимо этого есть чашка бра уплотненная, абсолютно гладкая. Можно рассматривать как вариант базового белья и плотный корбей. И 4 формы низа. У нас представлены секси-стринги,
Абсолютно все трусы идут с максимально бесшовным финишем по контуру изделия, для того, чтобы максимально не видели под одеждой. Помимо стринг у нас есть еще слипы, шорты и хипстеры. Коммерческий фаворит прошлого сезона – линия Кристи в обновленном, более универсальном бежевом оттенке. В этом сезоне по-прежнему легка, восхитительна и очаровательна. Это отличный вариант повседневного базового белья. Нотку индивидуальности вносит такая вот игривая флористическая вышивка по контуру изделия, которая делает этот образ более живым, более эффектным. Линии представлены три формы верха: плотный корбей, плотная чашка бра, мягкая чашка бра на кости, а также слипы, шорты и пилоты. Также знакомая нам с прошлых сезонов линия Анна в обновленном дерзком дизайне в цвете Амарена. В этой линии мы хорошо просматриваем основной посыл этого сезона от бренда Marijuana, так как мы видим такое вот эффектное сочетание фактуры, акварельного принта, выразительного французского кружева. Это невероятно чувственная женственная линия с идеальной посадкой. Представлена в форме плотного бра, мягкой чашки бра на кости, плотного корбея, а также стринги, шорты, хипстеры и лакшери стринги. Также знакомая нам линия Marijuana Venture Tone. В этом сезоне представлена в обновленном трендовом цвете баклажан из такой вот комфортной, эластично мерцающей ткани, что делает эту линию по-зимнему невероятно роскошной и изысканной. Линия декорирована знаковым бретелью с полькой дуот. Также представлена в тех же формах, что и в прошлом сезоне. Это уплотненная чашка бра, мягкая чашка бра на кости, плотный корбей и форма пуш-ап. И у нас представлены 4 формы низа. Это форма слипы, шорты, хипстеры и стринги. Линия Marijuana Venture Robert. В ней мы видим такое изысканное трендовое сочетание женственных элементов и мускулинных образов. Также декорирована контрастными черными вставками, что делает ее более выразительной и более притягательной. Эта линия выполнена из модной клетчатой ткани, очень комфортной, мягкой, эластичной. Представлена в форме бра, уплотненная в виде сердца. Также мягкая чашка бра на кости, плотный корбей, стринги, шорты и слипы. Линия Marijuana Venture Emmanuelle. Невероятно дерзкая, трендовая, эффектная. Здесь мы видим такое нестандартное решение бренда совместить эффектные выразительные колористические узоры с трендовым анималистичным принтом. Они отлично гармонируют и дополняют друг друга. И выполнена она также в таком эффектном цветовом решении цвета очень трендовым в этом сезоне. Представлена в форме мягкой чашки бра на кости. Также эта линия дополнена формой треугольник без кости, плотной чашкой бра, плотной чашкой корбей. По форме низа у нас представлены стринги, шорты и слипы. Как мы видим, новый сезон от Marijuana порадовал нас эксклюзивными, действительно достойными внимания моделями. Мы приглашаем вас размещать заказы на сезон осень-зима 21. Мы по-прежнему с вами на связи, готовы ответить на любые вопросы и благодарим вас за внимание.